На конкурс дети читают стихи. Чутова Валерия, 9 лет. Город Минин. Погореловский имя. К разбитому доту приходят ребята. Приносят цветы на могилу солдата. Он выполнил долг перед нашим народом. Но как его имя? Откуда он родом? В атаке убит он. Погиб в обороне. Могила ни слова о том не проронит. Ведь надписи нет, безответна могила. Знать в Грозный тот час не до надписи было. К окрестным старушкам заходят ребята. Узнать, расспросить их, что было когда-то. Что было? Ой, милая, грохот, сражение. Солдатик остался один в окружении. Один, а не сдался фашистскому войску. Геройски сражался и умер геройски. Один, а сдержал поди целую роту. Был молод, черняв, невысокого росту. Попить перед боем в село забегал он. Так сказывал вроде, что родом с Урала. Мы сами сердечного тут схоронили у старой сосны безымянной могиле. На сельскую почту приходят ребята. Письмо заказное найдет адресата. В столицу доставят его почтальоны. Письмо прочитает министр обороны. Все списки просмотрят за записью запись. И вот они, имя, фамилия, адрес. И ставят в колонну героев несметных. Еще один станет посмертно, бессмертным. Старушку с Урала обнимут ребята. Сведут ее к сыну, к могиле солдата. Чье светлое имя цветами увито, никто не забыт и ничто не забыто.